Вы на канале компании Лига Real Estate. Меня зовут Мария, и мы с вами находимся в солнечном турецком городе Алания, где буквально через неделю начнется туристический сезон 2023 года. А это значит, что огромное количество людей со всего мира будут искать место, где же они проведут свой летний отпуск. И Алания, кстати, отлично подходит под критерии многих людей. Сегодня компания Лига Real Estate порадует вас интересным предложением на вторичном рынке недвижимости. А это значит, что купив данную квартиру сегодня, вы гарантированно сможете получать прибыль от ее сдачи в аренду уже этим летом. Поэтому ставьте лайк и смотрите этот выпуск до конца. Наша квартира расположена на высоком 9 этаже, ее планировка 2+1, а площадь 120 квадратных метров. Разумеется, начнем мы с самого большого помещения в этой квартире. Это гостиная, которая объединена с кухней американского типа. Сразу хочу отметить, что эта квартира продается с полным комплектом мебели, а также бытовой техники. На кухне у нас уже имеется духовой шкаф, газовая плита, вытяжка. Разумеется, здесь есть посудомоечная машина, холодильник и морозильная камера. Также бонусом в подарок абсолютно бесплатно от компании Лига Real Estate вы получаете полный комплект посуды. Кстати, этот стол очень удобен тем, что при необходимости его можно раздвинуть и увеличить его вместимость. Если вдруг к вам пришли гости, то в принципе в этом помещении с легкостью поместится 6 или даже 8 человек. Также хочу обратить ваше внимание, что на кухне достаточно много шкафчиков для хранения продуктов и посуды. И при этом они выглядят очень опрятно, все ваши вещи будут скрыты от посторонних глаз. Ну а теперь после обеденной зоны мы переходим в зону отдыха, которая представлена мягким диваном, а также комплектом из двух кресел. Небольшой журнальный столик и тумба, на которой установлен плазменный телевизор. В этой квартире уже сделан свежий ремонт, вся мебель абсолютно новая, дизайнерская, и она отличается своим высоким качеством. Это тот случай, когда данная квартира не потребует от вас больше никаких дополнительных вложений. Сюда можно заезжать и начинать новую жизнь в турецком городе Алания. Еще одна интересная деталь в этой комнате – это, разумеется, панорамная терраса. Кстати, самая большая терраса в этой квартире. Отсюда открывается вид на район Мухаммедлар, а также на инфраструктуру нашего и соседнего комплекса. Эта терраса сделана по угловому типу, поэтому с другой стороны у нас открывается поистине потрясающий вид на Таросские горы. Обратите внимание, что за счет того, что мы находимся на 9 этаже, у нас сохраняется эта возможность прекрасного зеленого вида. И, кстати, вряд ли она когда-либо будет застроена. В этой квартире две отдельные спальни, два санузла, и еще одной отличительной особенностью является наличие широкого и комфортного коридора. Здесь висит зеркало, а также оборудована зона прихожей, шкаф, в котором вы можете развесить всю вашу верхнюю одежду, а также разместить обувь. Также в этой квартире есть видеодомофон и крепкая стальная дверь с трехступенчатой системой защиты. При желании в эту зону можно поставить какой-либо дополнительный комод или повесить крючки, если вдруг вам не хватит места для хранения вашей одежды. Первая спальня может стать детской комнатой. На сегодняшний день здесь есть единственная односпальная кровать, но при желании ее можно заменить, например, двухъярусным вариантом или же сдвинуть ее в сторону, чтобы хватило места для установки учебного пространства, поставить стол или парту для того, чтобы ребенку было комфортно учиться или выполнять домашние задания. Несмотря на то, что сегодня достаточно солнечный и теплый день, в этой комнате прохлада даже без включения кондиционера, и такой приятный микроклимат сохранится здесь даже летом. Эта квартира отличается стильным дизайном, и в ней действительно приятно находиться. Также достаточно светлое помещение, которое создает дополнительный объем. Разумеется, здесь у нас есть первый основной санузел. Он очень необычной формы, как вы можете заметить. Здесь у нас есть застекленная душевая кабина, раковина и туалет. При желании здесь опять-таки можно разместить какие-либо дополнительные шкафчики для хранения косметики, потому что в этом варианте их не так много. Кстати, я уверена, что у вас возник вопрос, а где же установлена стиральная машина? Прямо сейчас я обязательно вам на него отвечу. Мы с вами перешли в основную, главную спальню, где у нас имеется просторная двуспальная кровать. Также здесь уже имеется свой собственный санузел и шкаф-гардероб. Именно здесь у нас установлена стиральная машинка. Также здесь есть застекленная душевая кабина, раковина, туалет и уже более объемные полки для хранения косметики и бытовой химии. Также в этой основной спальне есть специальный журнальный дамский столик для того, чтобы хранить свою косметику или украшения. Ну и разумеется, с этого небольшого балкона у нас открывается просто потрясающий вид на красивый горный пейзаж. И опять-таки за счет высокого этажа у нас прекрасный обзор.
Расстояние до Средиземного моря от этого жилого комплекса всего 500 метров. А это гарантия того, что такая квартира будет пользоваться популярностью для сдачи в аренду, начиная с мая по октябрь месяц. Близость моря, хорошая развитая инфраструктура района Мохмутлар, свежий ремонт и просторная квартира. Я думаю, именно это ищут многие люди, которые хотят провести свой отпуск с комфортом. Ну а если вы ищете квартиру для переезда на постоянное место жительства, то это тоже отличный вариант. Здесь целых 3 комнаты, достаточно большая площадь и уже имеется все необходимое для комфортной жизни. Остается завести только ваши личные вещи и обустроить ее так, как вам хочется. Ну а в этом с радостью поможет постпродажный сервис от компании Liga Real Estate. Если вы захотите поменять бытовую технику, купить телевизор большего размера или сделать какие-то правки в ремонте, то наш отдел с радостью поможет вам воплотить в жизнь абсолютно любые пожелания. Несмотря на то, что этот жилой комплекс был построен в 2016 году, его инфраструктура остается актуальной и по сей день. Что же есть на этой территории, я расскажу вам буквально через несколько минут. А сейчас не переключайтесь, потому что мы приготовили для вас специальное предложение от компании Liga Real Estate. Город Газипаша – новое направление для инвестиций в турецкую недвижимость. Компания Liga Real Estate предлагает вам обратить внимание на новый жилой комплекс на этапе строительства, который обладает высокой ликвидностью и к декабрю 2024 принесет вам плюс 30% к сумме первоначальных инвестиций. 6 километров до международного аэропорта, 2 километра от чистейшего пляжа и развалин античного города Селинус. Высокое качество строительства, удобная локация и инфраструктура, открытый бассейн, фитнес, спа прямо на территории вашего комплекса. Чтобы узнать подробнее про этот проект, напишите нам, нажав на ссылку под этим видео. У этого комплекса достаточно просторная, зеленая и ухоженная территория, на которой есть открытый бассейн с аквагорками, специальная зона для барбекю. И, кстати, именно здесь свободно можно проводить детские праздники. Здесь есть детская площадка, баскетбольная площадка, а также теннисный корт. Внутри имеется тренажерный зал, крытый подогреваемый бассейн, а также спа-зона. Территория этого комплекса закрытая, охраняемая, и он состоит всего из 2 блоков. Соответственно, здесь можно комфортно гулять, кататься на велосипеде и чувствовать себя в уединении. Хотя до центра района Мохмутлар буквально рукой подать. До ближайшего супермаркета всего 100 метров, до рынка буквально 5 минут пешком. Если вы хотите узнать детали для приобретения этой квартиры, прямо сейчас нажимайте на активную ссылку под этим видео. С помощью этой ссылки вы перейдете в онлайн-чат, где менеджеры компании Liga Real Estate с радостью ответят на все ваши вопросы. Ну а если прямо сейчас вы хотите получить горящую подборку объектов на вторичном рынке недвижимости, то в этом чате отправьте нам свои контактные данные – WhatsApp или же email. И в ближайшее время наши менеджеры отправят вам ту самую подборку выгодных предложений.